mhm <laughs> mhm Каждый раз, когда мы посещали африканские страны, мы ездили по пустыням. На этот раз мы решили поехать в джунгли, чтобы увидеть, как там живут мусульмане. Чтобы проникнуть в глубины леса, мы ехали три часа на машине. Затем мы были вынуждены оставить машину и идти пешком, потому что дальше машина проехать не могла. После трех часов езды на машине мы сейчас идем в деревню, которая находится посреди джунглей. Там живут люди. Также мы столкнулись с другой проблемой. Это безопасность. Ты не можешь идти в одиночестве среди местных племен. Если тебе не гарантирует безопасность вождь одного из этих племен, ты обязательно должен взять с него гарантию безопасности. Иначе тебе могут причинить вред. Под вредом я имею в виду возможность того, что тебя убьют. Это серьезная тема, не шутки. Такие вот у них традиции. Поэтому за день до поездки... Мы согласовали свое передвижение с вождем одного из племен. И только потом отправились в путь. Я предполагал, что их вождь носит национальную племенную африканскую одежду, как те вышитые одежды или костюмы с перьями. Но это было вовсе не так. Он был одет в самую обычную одежду, словно он живет в городе. Это и есть их вождь? Да, это вождь этого региона. Вождь всего этого региона. Если мы будем с ним, он сможет предоставить нам свою защиту? Да, если мы будем с ним, Каждый, кто нас увидит, скажет, что они вместе с ним, то есть с вождем, у них не будет никаких сомнений. Если же мы будем одни, сами по себе люди подумают, зачем эти чужаки пришли, откуда у нас могут быть проблемы. Проблемы? Ну, хвала Аллаху. Он гарантировал нам безопасность. После чего мы отправились в путь? Здесь ходить не слишком безопасно. Я сейчас разговариваю с вами, но не знаю, что там внизу на земле. Здесь встречаются змеи, дикие звери. Ты сейчас в окружении лесов. Бояться следует не только людей, но и остальных созданий. Даже насекомых. Мое внимание привлекла маленькая соломенная хижина. Я спросил, кто здесь живет? Мне сказали одна старуха. Я захотел узнать, сколько ей лет. Знаете ли вы, сколько лет ей было? Сколько ей сейчас лет? Биби. Биби, у них уважительное обращение. Ну, сколько ей лет? Примерно 90 лет. Машаллах, 90 лет. Хорошо. Она здесь живет вместе с детьми? У нее нет ни сына, ни дочери, никого. У нее была дочь, но умерла очень давно. Была всего одна дочь и умерла? Да. Думали, что в этом лесу ничего нет? Она живет вместе со своим мужем и внуком. И внуком? В дополнение к тому, что они живут вместе, полностью отрезанным от остального мира, они еще живут в таком доме? который в принципе не пригоден для проживания. Это их жизнь. Это для них дворец. Начиная с 1985 года. Можешь посчитать, сколько лет прошло, как они живут в этом доме? Позволишь ли ты мне попросить тебя кое о чем? Я прошу тебя, сравни их еду, которую ты сейчас увидишь, и твою трапезу к которой ты скоро приступишь. Я не говорю, что мы просто должны восхвалять Всевышнего Аллаха. Давайте также просить у Него прощения за то, что не благодарим Его так, как Он того заслуживает. Кстати, она плохо видит. У нее видит только один глаз. Второй глаз не видит. Что это? Это их еда. Их еда? Да. Она это ест? Да, ест. А что это? Сначала его варят, потом едят. На нашем языке это называется кунде. Кунде? Хорошо. А как это едят? Наливают воду, потом варят, пока не будет готово. То есть это основа их питания, их жизнь. Да, да. Аллаху المستعن. И этого им хватает на сколько? Спроси их. Вот это, этот мешок. Насколько им его хватает? На сегодня и на завтра. Это на два дня. Да. Братья и сестры. До того, как посмотреть в ваш холодильник, до того, как вы посмотрите, что готовить в Рамадан и не в Рамадан, вот это еда на два дня, это их еда. А что насчет питья? Они не могут жить без воды, так откуда они ее добывают? Эта несчастная старуха идет на расстоянии примерно часа ходьбы, чтобы достать воду из одного колодца, выкопанного каким-то благодетелем. У этой старухи и ее мужа нет никого, кто бы содержал их. Они не могут работать. Если дать им сколько-то денег или еду, это не решит проблему полностью. Так в чем же решение? Прежде чем рассказать тебе о нем, посмотри, пожалуйста, на проблему жителей этой деревни. На самом деле это общеафриканская проблема. Они не работают. У них есть земля, которая порождает для них самые лучшие плоды. Но они хотят, чтобы их кто-то содержал. Мы не можем приучать их к этому. Да. В чрезвычайных ситуациях мы должны им помогать, когда у них голод или засуха, но это не значит, что мы не должны призывать их к работе. Если бы они работали, они бы разбогатели. Посмотри, например, вот один из жителей деревни. Когда он начал работать, у него появилось большое поле, которое приносит доход ему и его семье. После его смерти оно перейдет в наследство его детям, которые также будут работать на этом поле и так далее. Я думал, что им нужно какое-то тяжелое оборудование, как большие тракторы и комбайны, но все было гораздо проще. Им были нужны маленькие и простые приспособления, которые не стоят больше 200 долларов. Найденное решение подходило под обе проблемы. Это было решение проблем старухи и одновременно решение проблем жителей деревни. Оно состояло в том, чтобы наша команда, работающая над передачей, предоставила сельскохозяйственные принадлежности жителям деревни, чтобы они работали, производили и не нуждались в том, чтобы кого-то просить, как это случилось с тем фермером, но с условием, чтобы деревенские жители отдавали от своего урожая столько, сколько хватит старухи и ее мужу, чтобы с каждого урожая они получали необходимое им количество продуктов, потому что они старые и не могут работать. В этом случае мы гарантируем постоянный удел соизволения Аллаха жителям деревни, а также обеспечиваем постоянным уделом семью старухи и хвала Аллаху. И действительно, мы привезли жителям сельскохозяйственное оборудование. И старухи была передана первая партия полученного урожая. Уважаемый брат, уважаемая сестра, давайте пытаться быть изобретательными в помощи бедным и нуждающимся. Старайся лично идти к ним, ведь клянусь Аллахом. Это много значит для них. Я прошу Аллаха обогатить всех бедных и собрать нас под тенью Его трона в день, когда не будет другой тени, кроме Его тени. Аминь. О Аллах. И хвала Аллаху Господу Миров.